Итак, мы возвращаемся к вопросу преемственности православной церкви от церкви первоапостольской, от церкви византийской. Мы с вами уже говорили, что какой-то особой революции в истории православия не было, но тем не менее была эволюция, и то, что мы видим в книге Деяний, и то, что мы видим в современной церкви, это не совсем одно и то же. Поэтому можно все-таки задаться вопросом, православная церковь, когда именно стала православной, где тот момент, где та точка отсчета, до которой вроде бы еще не совсем православная церковь, а после которой уже православная церковь. И первое, что приходит в голову, это обратиться к самому термину православия. Термин православный, он соответствует греческому термину ортодоксальный, и русский, греческий термин, в общем-то, связан с двумя словами. Ортос или право, прямой, правильный, и докса или слава, то есть православный это правильно славящий Бога. У Кураева есть любопытная интерпретация, имеющая право славить Бога, ну, исторически ничем не обусловленная. Православный тот, кто правильно славит Бога. Сам термин возник во время споров о Христе: о том, является ли Он Богом или не является, о том, можем ли мы назвать Его единосущным Отцом. И вот как раз те верующие, те церкви, которые признавали единосущие э, сына Отцу, они и назывались православными, те, которые не признавали, не были православными. Поэтому термин православие возникает для описания правильной веры, для описания тех, которые верят в то, что Отец, Сын и Святой Дух единосущные, составляют Троицу, которые потом, впоследствии, если говорить о других церковных спорах, верят, что Христос является Богом и является человеком полностью. И в этом отношении, если говорить о самом термине, то он нам мало помогает. Вся древняя церковь, ну, когда, как, по крайней мере, когда была победа в этих спорах, именовала себя православной, и в том числе западная церковь, то те, кого мы сегодня называем католики, вполне могли назвать и называли себя православными верующими. Само православие оно было закреплено решениями вселенских соборов. И о православной церкви говорят часто как о церкви семи вселенских соборов, но правильная вера и решение соборов не дают нам какую-то точку отсчета. Еще один момент, который мы можем учесть и который можно попытаться использовать для поиска такой точки отсчета, это формирование каких-то, ну, скажем так, внешних отличий, внешних особенностей того, что мы сегодня называем православной церковью. Когда мы смотрим на православие в сравнении с протестантизмом, то нам бросается в глаза деление церкви, такое явное деление на клириков и мирян, крещение младенцев, литургический характер соелужения, молитвенное общение с умершими, мощи. Монашество, иконы, церковные каноны, может быть какая-то особая связь с государством и все остальное. Вопрос, когда все это появилось и как все это появилось. Про, когда этот вопрос обсуждается, здесь опять-таки нужно отметить некое различие между православными и протестантами. Когда мы читаем древние документы, где упоминаются те или иные явления, то православные пытаются найти как можно более древние свидетельства, пусть даже иногда очень туманные свидетельства, в пользу того, что эти обычаи существовали издревле и, может быть, даже изначально. А протестанты же пытаются найти как можно более поздние свидетельства, чтобы сказать «нет, в древности этого не было, это, в общем-то, совсем недавно появилось». И у тех, и у других есть такая опасность, может быть, как-то погрешить против фактов, но тем не менее, когда мы встречаем какое-то упоминание в древних документах, и здесь есть действительно определенная сложность. Если мы, например, читаем о крещении младенцев в документе третьего века, это что значит? Это была общепринятая практика, или нам просто попался документ, где это упоминается, но другие с этим были не согласны? Например, Реген пишет о крещении младенцев, знаете, такой известный богослов начала третьего века, и утверждает, что крещение младенцев это апостольское постановление. Как мы должны воспринимать эту фразу? Как факт, что оригены, может быть, все окружающие верят, что действительно апостолы установили крещение младенцев. Или как, например, Мерцгер толкует оригены и говорит, что ориген саму фразу, что это апостольское постановление, добавляет по той причине, что были какие-то споры, были какие-то сомнения, не все были это согласны. И вот как в полемике с противниками крещения младенцев он и произносит эту фразу. Нам трудно иметь дело с этими документами, потому как не очень много сохранилось в древнехристианской литературы первых веков, и большая часть упоминаний такие отрывочные упоминания. Поэтому мы можем, говоря обо всех этих явлениях, только сказать, когда они начинают упоминаться, но нам довольно трудно обсуждать историю их становления и развития. По поводу того, когда начинают упоминаться, то деление на клириков и мирян... А явно прослеживается в документах уже начала второго века послание Игнатия Богоносца и четко выделено разграничение между священниками, между епископами, диаконами и остальной частью церкви, подчеркивается особо почтительное отношение к ним и так далее. А если говорить о крещении младенцев, то первое упоминание, скорее всего, у Ирине Леонского в конце второго века, потом в третьем веке вот у того же Оригена и других авторов есть упоминание крещения младенцев. Любопытно, что при более ранних описаниях крещения они сохранились и до, и в том числе и описание начала второго века, само описание не предполагает вроде бы, что младенцы могли в крещении участвовать. Некая литургичность служения, предписанные, записанные молитвы и формы ну, в зачаточной форме мы видим в книге Дидаха это начало второго века, но только в зачаточной форме это явление будет потом постепенно развиваться. Молитвенное общение с умершими, какое-то особое отношение к умершим, к их останкам, мощам и так далее, мы встречаем примерно в середине второго века в мученичестве поликарпа. Монашество явление чуть более позднее, наверное, какие-то зачатки монашества есть в третьем веке, но массовым монашество становится только в IV веке. Связь церкви и государства которые очень типичны для православной церкви, и об этом мы будем много говорить отдельно. Это явление явно IV века и более последующих веков. Иконы, может быть, самое позднее из явлений у нас нет таких серьезных достоверных аргументов в пользу существования икон по крайней мере до конца IV века. Мы чуть-чуть поговорим о преданиях, будто бы иконы были изначально, но достоверные сведения это конец IV начало V века. Вот то, что я упоминал, это первые свидетельства, это первые упоминания о каких-то практиках, более-менее напоминающих православие. И, как видите, нет, опять же, четкой границы, нет какого-то особого момента, когда все это возникло. И по этой причине сама постановка вопроса хоть и интересна, когда православная церковь стала православной церковью, но, похоже, нет у нас ответа. Мы лишь можем сказать, что начиная со второго века и примерно до конца IV века формируются все основные элементы, внешние элементы, которые мы относим к православию. Так что Хоть многие баптистские там протестантские авторы с этим не согласны и какие-то вещи датируют чуть ли не XI веком, может быть, если кто-то из вас читал, например, Рогозина, да, он какие-то вещи там относит ко второму тысячелетию, которые в общем-то достаточно древние, но тем не менее вот где-то вот в этот период Достаточно древний, достаточно давний, формируются многие особенности православия. Так что православие, оно родом из первой половины первого тысячелетия существования христианства. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Еще один момент, касающийся нашего размышления о православии, о его месте в истории, это расхождение между Западом и Востоком. Сейчас в мире есть крупная, ну, крупнейшая на самом деле католическая церковь западная, есть меньшая по размеру, но все-таки достаточно значимая восточная православная церковь. Когда произошло разделение, когда произошел раскол, хотя мы потом детали обсудим, но опять-таки нет определенного ярко выраженного момента. Было много многовековое накопление, постепенное накопление различий, и в результате этого накопления две ветви христианства разошлись, и каждая пошла своей собственной дорогой. Поэтому и здесь нет какого-то четко выраженного момента, но где-то в тот же самый период, там, с 2 по 4 век, это различие становится все более и более заметным, хотя единство церкви сохраняется еще в течение нескольких веков. Так что вот в этот период формируется то, что очень похоже на православную церковь. А на Русь это приходит не там, в 4-5 веке, когда эти элементы более-менее сформировались. На Русь православие приходит в X веке, когда эти элементы не просто сформировались, но уже полтысячелетия существуют. И к моменту прихода на Русь эти элементы вполне фиксированные, вполне оформленные. И более того, в Византии, к моменту крещения Руси, преобладали в церкви так называемые хранительные тенденции. Византийская церковь X века считала, что в христианстве все готово, все сформировано, все сказано, все, что нужно написать, фактически уже написанное. Мы в смысле византийцы X века получили от наших предков и от наших отцов вполне сформированную веру и церковь, и наша задача не развить, не прибавить, не изменить что-то, а сохранить все это в неизменном виде. И вот такое вот готовое, сформированное, охранительное, неизменное православие фактически приходит на Русь. Оно богатое. Оно красивое, оно содержит множество интересных элементов, в него вплетается эллинизм, наследие греческой цивилизации, в него вплетается там, тысячелетие христианского творчества. И все это в готовом виде, без каких-то уже каких внутренних напряжений и становлений, получает Россия. Ну, точнее, Россия получает Русь. И... Как на Руси это все воспринимается? Я прочитаю слова, написанные одним православным историком Дмитрием Поспиловским. Он описывает впечатление от встречи России с православием следующим образом. Русь же единым махом получила доступ к сложнейшей византийской государственно-административной системе детально разработанной юридической структуре, систему социальной защиты, общественного обеспечения, сложной структуре образования, систему мышления, философии, богословия. Все это свалилось как гром среди ясного неба на детскую голову русичей. Это было, как если бы отправить семилетнего ребенка не в первый класс школы, а сразу в университет. Этот пакет застрял в горле Руси на многие столетия – он очаровывал и зачаровывал, но не осмыслялся. Отсюда и наше обрядоверие. Все обряды, каждое йота богослужение, полученное от греков, воспринималось как абсолют и нерушимая догма. Отдельные исключения, как, например, вопрошение клирика, лишь подтверждают правила. Отсюда и характерная статичность нашего православия – да и раскол XVII века, в котором обе стороны абсолютизировали обрядность в качестве нерушимой божественной истины. Отсюда и длящаяся по сей день подозрительность ко всякому новшеству в православии вообще, но особенно в его русской разновидности, даже когда это новшество является на самом деле возвращением к святоотеческому учению. Очень важное замечание. И нам важно понять, что на Русь приходит очень сложная система. Готовая, сформированная, красивая, но чрезвычайно сложная система. Византия на момент крещения Руси самое развитое в культурном отношении государства на земле. Византия – наследница греческой и римской цивилизации. Вся предыдущая история ну, западная культура, она сосредоточена в Византии. И вот со всей философией, со всей культурой, со всем религиозным богатством это приходит на Русь и фактически фиксируется на Руси. Поспиловский говорит, что даже часто не осмысливается, да, есть некоторые произведения, есть на Руси определенные богословы, есть некоторые отдельные люди, которые размышляют о христианстве, но для большинства на Руси православие приходит как готовый, красивый, сложный, может быть даже непонятно, чем обусловленный обряд. И как в Византии уже было некоторое хранительство, так вот в этой вохранительской форме, как красивая вещь и данная, и где все одинаково ценно, оно остается на Руси. Византия всегда была такой сказкой для русской церкви, определенной мечтой русской церкви, ну или, по крайней мере, не всегда, но достаточно часто в те времена, и сейчас это вернулось в православную церковь, Византия всегда вспоминается с ностальгией как некое идеальное воплощение христианства, которому бы русской церкви стоило вернуться, и особенности которого русской церкви даже и сегодня, и сейчас, и спустя тысячу лет после крещения Руси, нужно было бы воплотить. Поэтому думая о православии, думая об истоках православной церкви, нам важно увидеть эту картину. Готовая, сформированная, красивая и сложная система из Византии, пришедшая на Русь и во многом так и застывшая здесь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.